Всем привет! Я хотела всем рассказать и записать новое видео о своей практически уже первой неделе в Америке. А в четвертый раз я сюда прилетела, наконец-то, напоследок уже все на ПМЖ. Те из вас, кто знает, кто смотрел мое видео о чемоданах, о том, что я брала с собой в Америку, вы знаете, что я выхожу замуж. Вот, и я наконец-то сюда переехала. Сейчас я в нашей новой квартире. Квартиру мы снимаем, вот, живу я в городе Миннеаполис, прямо в самом городе, нигде не в пригороде, ни в другом городе, нигде-нигде, прямо вот в самом Миннеаполисе у нас адрес, и мы живем очень близко к центру города, где-то в 15 минутах ходьбы. У меня мой жених, мой будущий муж, он работает буквально в 15 минутах ходьбы от дома, поэтому каждое утро я встаю, просыпаюсь вместе с ним, мы вместе ходим на работу. Он идет на работу, я потом иду домой, вот, и для меня это как бы такая хорошая утренняя прогулка, помогает мне утром проснуться, иногда я беру с собой кофе, иногда я беру с собой чай, у меня есть вот такая вот чашка, она экологически чистая, сделана из переработанных материалов, вот этот значочек, что-то recycling, вот эту чашку я давно себе уже купила, вот, просто я не брала с собой в Россию, она у меня здесь была, в Америке, у родителей Сэма, вот. Конечно, сразу я хочу сказать о всем вот этом вот. Я не знаю, я так по этому всему скучала, когда меня не было здесь 10 месяцев. Я была в России 10 месяцев. Я так скучала по всей, я не знаю, по всему, по всей атмосфере, по всем магазинам. Я просто безумно, не знаю, прям вот мне этого так не хватало. Не то, чтобы я там какой-то шопоголик, я каждый день хожу, трачу деньги, нет. Для меня достаточно просто там, я не знаю, зайти в магазин, посмотреть на какие-то вещи, там, что-то понравится, что-то не понравится. Сейчас, конечно, мы очень много денег тратим на свадьбу, но скоро, я думаю, что как раз к Рождеству мне уже можно будет присматривать какие-то подарки для себя, для моих родственников и так далее. Вот, я, конечно, купила довольно много из уходовой косметики, потому что я сюда приехала практически без ничего. Я постаралась привезти всю свою одежду, всю свою обувь, все свои украшения. Вот, поэтому шампуни, лосьоны какие-то, я все покупала здесь. Из самых моих таких радостных, ярких покупок я хотела вам показать свой лак от Sally Hansen, называется он Mellow Yellow. 27-й цвет, я не знаю, может быть, он в России немножко другой. Вот этот лак у меня сейчас на ногтях. Обожаю этот такой безумный желтый цвет. Смотрится очень красиво. Я его купила, знаете, как под навеянные мимозы от Шанель. Конечно, мимоза не такая ярко-желтая, но, в принципе, я думаю, что этот лак, он достаточно хороший. Вот. У нас здесь очень жарко, каждый день около 30 градусов, поэтому я практически не крашусь, только наношу тональный крем с SPF, чтобы не обгорело лицо, потому что свадьба через 3 недели, я не могу себе позволить, чтобы у меня было красное лицо. Хотя у меня одна подруга выходила замуж, вся обгоревшая, красная грудь, красные плечи, красные руки. Вот. Очень-очень рада по поводу того, хотела с вами поделиться, что про мое свадебное платье. Я заказывала его по интернету, когда я еще была в России, и моя мама, она меня все обмерила. Вот, там на самом деле только 3 было параметра, по которым она должна была меня обмерить. Вот. И мы с ней, я ее посадила рядом со мной, так как моя мама не говорит по-английски, я ей показала. Все перевела и сказала: мама, какой размер лучше мне брать? В итоге мы остановились на 4-м размере. Если кому интересно посмотреть, какое свадебное платье я заказала, это называется Victoria Bridal Gown, и она продается в магазине White House Black Market. То есть если вы зайдете на White, так прямо и пишите все в одну строку, в одним словом, whitehouseblackmarket.com, вот, и там есть это платье, и вы его сразу увидите. Я могу также оставить видео под видео ссылку. Вот, еще самое такое приятное для меня самым приятным, наверное, сюрпризом для меня это оказался сам город, потому что город удивительный, мы здесь были на нашем первом свидании, вот, мы гуляли по Миннеаполису, я сделала несколько фотографий на свой телефон, у меня теперь BlackBerry. Вот, но, к сожалению, мой фотоаппарат сломался, когда я записала видео о том, что я беру с собой из России,
я положила его на пол, и у меня выехала линза. И потом я стала выключать фотоаппарат, и линза обратно не заезжает, фотоаппарат не выключается, поэтому как бы мы теперь на свадьбу регистрируемся, ну, на новый фотоаппарат, так что надеемся, что, может быть, кто-то нам его подарит. Вот. Так что я выложу фотографии на своем блоге и покажу некоторые места. В основном это будет на берегу реки Миссисипи, потому что сам вот наш центр города, где у нас находится улица, называется Николет Молл. Я еще не фотографировала ничего, видео там не делала. Но там очень классно, там очень много таких вот, знаете, памятников непонятных. Ну, не то, что они непонятные, такие как бы там, ну, люди, просто сделанные из меди, из металла, и они так, знаете, стоят посередине улицы. Вот, там магазин Мейсис, очень такая девочка красивенькая. Вот, есть еще Newsroom, там человек, там, ну, мальчик, разносчик газет. Ну, я это все фотографии вам покажу, все вывешу на блоге. Что еще самое такое для меня? Я наконец-то сегодня почти до конца разобрала свои вещи, то есть у нас в квартире очень большой есть такой шкаф, в который можно зайти, да, walk-in closet, но я называю это как бы, ну, storage area. То есть я туда складываю, туда поместились и все мои чемоданы, и вся моя обувь, и все мои сумки, чему я очень-очень рада. Вот, когда у меня, ну, я смогу как-нибудь вам ее, я смогу вам показать видео, наверное, скоро, я думаю. Вот, на этой неделе, как бы, планы достаточно большие, на этой неделе мы заказываем кольца, вернее, ну, я заказываю кольца для себя, потому что у Сэма кольцо, которое мы досталось от дедушки. И мы регистрируемся на подарки. И также мы заказываем нашего свадебного фотографа. Вот я нашла девушку, она делает очень красивые фотографии в винтажном стиле. Вот, поэтому я безумно рада и надеюсь, что это будут очень хорошие фотографии, что это будет достаточно хорошее вложение. Вложение денег, вложение средств. Вот. Что еще? Квартира у нас двухкомнатная, если кому-то это интересно. А в доме нашем есть спортзал. И все, кроме спортзала у нас ничего нет, бассейна нет. Потому что в Миннесоте холодно, зима, как в России, впрочем. Вот. Также гостиная у нас проходная. И спальня довольно большая, гостиная довольно большая. Кухня и есть. Кухня разделена пополам, то есть у нас зона, где я готовлю, и есть зона, где столовая, вот где я сейчас сижу. Вот, у моего будущего мужа, у него свое рабочее место, вот он там сидит, работает и учится. Работает он днем, а по вечерам он учится, потому что он готовится сдавать экзамен и сертификат. Называется CFA, я не знаю, кто знает. Вот этим он занимается. Ну, на самом деле, больше ничего из таких покупок радостного, на самом деле, кроме того, что платье мне привезли, это, я думаю, что ничего нет. Про платье еще хотела сказать. Если кому будет интересно, да, вы зайдите на этот сайт White House Black Market, потому что я на платье оставила ревью, и вы можете почитать, что я сказала, и вы можете также посмотреть фотографии мои в платье. Вот. И самое... Кто из вас помнит, кто из вас, я не знаю, наверное, есть многие любители фильма «Секс в большом городе», когда Керри открывает платье, которое ей прислала Вивьен Уэствуд, в такой большой коробке, и там много бумажек, и она там его открывает и его достает. Вот я хочу сказать, что точно так же мне пришло мое платье в такой же коробке, и я тоже так же его открывала и разворачивала, и там была гора бумажек, вот, и вы его открываете, и там... Правда, вот оно такое чувство, когда вот вы его достаете, что, знаете, такое, как невозможное случилось. Вот. Так что такой вот было, такие были у меня выходные, достаточно хорошая была суббота, я этому очень рада. Что касается там остальных каких-то вещей по свадьбе или еще что-то, конечно, я буду это все как бы делать апдейты, обновлять информацию и буду об этом писать на моем блоге. Вот. Всем спасибо за просмотр, Надеюсь, вам было интересно. Я оставлю ссылку на свой блог и я оставлю ссылку на мое свадебное платье. Всем желаю хорошего дня, всем пока!